Значит, что мы сегодня хотим сказать по поводу судебной системы? В нашей стране существует три ветви власти, независимые друг от друга. Их может слегка координировать президент. Президент властью не является. Вот, значит, соответственно, законодательная власть, исполнительная – это правительство, законодательная – это Совет Федерации, Госдума и Федеральное собрание и Совет Федерации. И, соответственно, судебная власть. Судебная власть, подчеркиваю, является независимой ветвью власти. Кому же она подчиняется? Она подчиняется по нашей Конституции международным организациям, то есть высшим юридическим международным организациям, признанным в ООН и осуществляющим регламентацию действий служб нашего Министерства юстиции в том числе. Министерство юстиции, оно, судебные приставы относятся к судебной власти. Министерство юстиции в этой ситуации кто у нас главный? Они, по логике вещей, это должна быть, наверное, исполнительная власть. Они исполняют. То есть они исполнительная служба. Итак, возвращаемся дальше. Значит, если взять вот эту проблему нашу, касающуюся QR-кодов, вот этой всей системы, которая была введена весной, соответственно, 2020 года, когда мы все с вами мгновенно оказались без права передвижения, без права пользования фактически своими машинами, да, личной собственностью и так далее, в связи с рекомендациями ВОЗ, международных организаций, которые, еще раз подчеркиваю, по 15.4 являются приоритетными. Дальше. Проблема, значит, если говорить о QR-кодах, возникла с нарушением, значит, режима, введенного Собяниным по рекомендациям ВОЗ, точнее, санэпидемврача, подчиняющемуся ВОЗ, и в нарушение законов Конституции. То есть международные организации важнее внутренних законов и целесообразности. Понятно, да? По той же Конституции опять мы апеллируем к главенству международных организаций. Дальше. То, что касается стоянок в Москве. Это интересная история. Фактически стоянки в Москве существуют лет 9, наверное, или 8. И вот мы живем. Живем на улице, которая относится к центральному округу. И начинается общественная кампания в СМИ по убеждению необходимости ввести платные места. Что нам это дает, эти платные места? Мы, кстати, можем пока выйти и примкнуть нашу страну, поскольку я не думаю, что так скоро появится возможность, или позвать их. Ну пишут, где-то пишут, а где находятся, где-то спрятались. Вон и в теньке сидят. Вот, перегрелась, да, наш аппарат? Да, у вас перегрелась. Надо его раздеть. Друзья, мы сейчас разденем наш телефон, а то ему жарко. Несмотря на то, что есть кондиционирование. Извините, мы прерываемся. Вот так. Попробуем вот так. Так попрохладнее. Итак, продолжаем нашу историю. Подойдем куда-нибудь к кондиционеру. Где тут попрохладнее? Ну, таких мест особо нет тут. Итак, продолжаем нашу историю для наших зрителей рассказывать о системе устройства нашего государства. И что в ней делает судебная власть. То есть мы с вами поняли, что судебная власть подчиняется иностранным организациям международным. Значит, соответственно, что мы понимаем дальше? Какая еще у нас есть власть? У нас есть власть денег, да, то есть это финансовая власть, система. Она подчиняется и вся управляется из Центрального банка. Центральный банк, собственно говоря, это действует по договору с ФРС и МВФ. То есть он независим по Конституции ни от какой из наших властей. То есть наши власти не могут никак воздействовать на Центральный банк.
Это вот у нас, так сказать, да, вот меня уже вызывают. Да-да-да. Да. Забрали. Кто забрал? Ее забрал. Кто? Погрузчик. Приехал и забрал. Она стоит на стоянке. Мы ходили. А как вам знать, кто ее забрал? Там не говорят ничего. Сейчас я помогу. Ну там зеленые машины, известная компания. Компания на себя. Выписывала Сонина Оксана Александровна. Постановление. В марте забрали. На 8 марта где-то мы ходили туда. Ну, может быть, даже раньше. Может, в феврале. В всяком случае, мы тут в феврале, наверное. Вот тоже интересно. То есть Потапова Светлана, она сделала постановление о том, что мы не правы, то есть по поводу штрафов. А вот другая женщина, Сонина Оксана, она сделала уже, надо было тетечке сказать номер нашего дела. ИП 46-697-17-77-058. Она уже, так сказать, наложила руку на машину. Но возвращаясь к системе судебных приставов. То есть они люди подневольные, выполняющие закон. То есть человек, который работает в системе силового ведомства, это всегда командно-административная вертикаль и всегда подчинение начальству. А если рассматривать саму судебную систему как часть управления государством, то она подчиняется интересам крупного собственника. Да? Интересам, точнее, она подчиняется закону, а закон написан уже из международных центров управления в интересах крупного собственника, в интересах того, кто победил нас в 91-м в холодной войне. И, соответственно, легитимизировав народ, легитимизировав Конституцию, подписав Конституцию, написанную американским агентством USAID, о чем гордо у них на сайте указано, можно, кто грамотный, можете почитать. Да? То есть эта информация уже банальна. Да? Мы вот ничего нового не говорим. Мы просто вот вам показываем логическую цепочку. И возвращаясь к судебной системе, значит, что приветствуется мировым капиталом на подведомственной территории, которая ограбляется? Как вы думаете? Конечно же, коррупция. Коррупция – это основной метод поддержания предательства местных властей. Коррупционный фактор является необходимым и неотъемлемым для колониального управления. Да? То есть, когда первые захватчики везли рабов на своих пиратских судах в свои эти там метрополии, да, там негры ли это были, африканцы, да, или другие какие-то порабощенные народы, то каким образом маленькая горстка управленцев, захватчиков вот этих испанцев, там, я не знаю, англичан, добивалась того, что перевозила в несколько сотен человек в рабах. Что они их там подняли тут же бунт и всех их снесли. Какие проблемы? Нет. Механизм был, осуществлялся из расчета на психологию человека. То есть из местного населения, из своих же братьев выбирались вот эти предатели, их хорошо кормили и требовали осуществлять насилие над своими соплеменниками. Вот, собственно говоря, в этом весь психологический механизм. И именно они удерживали своих же соплеменников в интересах вот этой горстки поработителей за свою пайку и за свою жратву. Понятно, да? В этом смысле хуже всего справлялись как раз с русскими, да, вот с теми нашими прапредками, да, и поэтому такая историческая ненависть. Но тем не менее, и сегодня осуществляется.